И время замирает, и мир становится прекрасней, когда попадаешь в выставочный зал Ивантеевки. «Цветы в интерьере» – вторая выставка в обновленном зале после перезагрузки библиотеки. Авторы представляют свои творения в день открытия выставки 24 октября. Творческая мастерская «Мельница идей» представляет новое направление – скульптурная живопись. Это такая уникальная технология, при которой варианты, которые мы здесь представляем, они очень интересно выглядят в интерьере. Можно делать картины, делать интерьерные комплекты вместе с часами. Если вы присмотритесь к этим работам, в данном виде у каждого цветочка есть реснички. И вот это на самом деле, правда, настоящее волшебство. И вот такие объемы, они правда очень тяжело даются. И я как мастер, когда увидела несколько подобных техник, сразу после того, как несколько лет занимаюсь там декупажем и декоративно-витражной росписью, и флористикой, мне очень захотелось такого уникального объема. Авторы работ – волшебницы мастерской «Мельница идей», которая работает в Ивантеевке уже несколько лет под руководством Ирины Козак. Сегодня их всех объединяет любовь к цветам. Букеты из фоамирана – это удивительно пластичная искусственная замша, работа Ирины Белиновой. Помимо этого, она представляет броши и аксессуары. Лидия Игнатова, увлекшаяся рукоделием после выхода на пенсию, удивляет тонкой работой вышивки лентами. Татьяна Бардина представляет на выставке цветочные фотопортреты. Цветочный антураж выставки поддерживается и подборкой тематических песен, стихов и цитат великих мира. Прикоснуться к волшебству создания уникальных авторских вещей можно будет каждому. Это не значит трогать работы руками, а значит попробовать сделать самому. Каждую пятницу в выставочном зале знакомство с мастерами «Мельницы идей» и открытые мастер-классы. Здесь вы познакомитесь с технологиями скульптурной живописи. 3 числа у нас будет мастер-класс от Лидии Игнатовой, это вышивка лентами. И 10 числа у нас будет мастер-класс от Ирины Белиновой, работа с фоамираном. Мы будем делать уникальные цветочки, ромашки. То есть для первого знакомства с мастерами будем рады всех видеть на нашей территории. Благодарим всех. На создание одного роскошного букета из фоамирана, как и на вышивку лентами, и скульптурную живопись уходят недели. Так, например, одна хризантема вырисовывается в руках создателя не менее 5 часов. Поэтому на мастер-классах будут представлять более простые вещи. Все мастер-классы также будут проходить на первом этаже Центральной городской библиотеки, где теперь расположен выставочный зал. А выставка «Цветы в интерьере» продлится до 14 ноября.